Какой праведный азан по сунне? Шиитский или суннитский? Суннитский азан, точно так же, как и икама, в суннизме, они искажены. То есть пророк, таким образом, азан, во время пророка и сам пророк, во время азан и икаму под, подобным образом, как произносят сунниты, не произносил. Ибо, например, суниты удалили из Азана, его святости посланника Аллаха, алейхи, алейхи, выражение Хайя ля хайр «Спешите к наилучшему из то есть к молитве. Это слово было удалено из Азана, и сегодня поэтому мы, когда слышим суннитский Азан, мы не слышим эти слова, хотя в самих же суннитских источниках ясно и двусмысленно говорится о том, что азан искажен, что это слово и это выражение, это предложение было в азане во времена его светлости посланник Аллаха, саллаллаху алейхи Помимо этого, они добавили в утренний азан, в утреннее время для утренней молитвы ассалату хайру минанну. Поэтому суннитский азан и гама, к сожалению, к величайшему сожалению, Искажены, а сунис, и шиитский азан, и шиитский, икама полностью соответствует тому, что было во времена Его Светлости Посланник Аллаха Саллаллаху Валихи ва, ва, Конечно, здесь может возникнуть вопрос, например, третья шахада, то есть «ашхаду анна алиян валиюллах», которая также произносится нами, является ли это Частью Азана посланника Аллаха, Алейхи Нет, мы говорим, что это частью Азана, посланника Аллаха, Саллаллаху алейхи, не является. То есть во времена его святости, посланник Аллаха, слаллаху Не было этого третьего шахада в Азани и в Икаме. Да, у нас есть предание относительно третьего шахада, но все они слабые и опровергнуты, шейх, Садук их вообще называют выдуманными. Поэтому третьей шахады в Азане, в Икаме не было. И мы все, все ученые, совершенно все наши ученые единогласны в том, что в Азане и в третьей шахады нет. Поэтому мы третью шахаду не считаем частью Азана. И поэтому наш Азан полностью соответствует Азану, который был во время Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи, алейхи Мы ничего не добавляли, мы ничего не убавляли. Да, когда мы произносим Азан, мы после того, как произнесли вторую шахаду, произносим еще третью шахаду, но не как часть Азана. Почему? Потому что когда человек произносит Азан, он может что-то сказать. Это не запрещено. Он может что-то сказать. Но так как третья шахада сама по себе является желательной, то есть когда мы говорим ⁇ Ашхаду Анна Алиян Валиула ⁇ мы говорим, что свидетельствуем, что Али является другом и приближенным Аллаха, произнесение вот этого является крайне желательным, является одним из толпов ислама, является фактором совершенства и завершенности, совершенства религии и завершенности милости Аллаха, является одним из основ религии является одним из основ посланнической миссии посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, Его светлости Мухаммада, слаллаху алейхи вассалам. Ва Поэтому произносить эту шахаду желательно. И мы исключительно с этой точки зрения, с той точки зрения, что шахаду произносить, желательно мы произносим, но не как часть Азана и не как часть Игама. Как Азан, так и Игама являются желательными. Во время азана что-то сказать, что-то произнести не запрещено. В этом нет никаких проблем. Поэтому как желательное деяние, но не как часть азана или часть икама, можно произносить. В противном случае наш азан, который мы произносим, и тот, который мы исповедуем, это тот же самый азан, который был у его святости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи То есть совершенно, совершенно не убавлено из него ничего и ничего не прибавлено. И эту третью шахаду мы в него не прибавляли. Мы произносим его исключительно с точки зрения желательности. Попробуйте это понять.